Планы открыть страну сейчас приобретают конечный вид. Скоро мы расскажем о них конкретно, предоставим новые рекомендации. Я буду вести переговоры со всеми 50 губернаторами, это произойдет очень скоро, и дам разрешение каждому из них, каждого отдельного штата, реализовывать возможности по открытию этих штатов. Это будет эффективный, мощный план открытия отдельных штатов в то время, когда это покажется им наиболее подходящим. Но это произойдет скоро, поскольку некоторые штаты, вы знаете, отличаются в смысле развития этой ситуации, у них другие условия. Эта дата придет очень скоро, может быть, даже раньше, чем 1 мая. Некоторые штаты, кстати, более 20 штатов, как оказалось, находятся в очень приличной форме. Я думаю, что можно будет вернуться к нормальной жизни в них довольно скоро. Остальные последуют примеры. Таких религиозных центров. И вот имена, которые у нас в списке. Имена самых лучших, самых умных, самых профессиональных людей, которые, с которыми мы будем консультироваться. Губернаторы будут открывать свои штаты. Мы не знаем, когда они это сделают, но они примут решение. Я думаю, что это быстро произойдет. Мы дату установим в ближайшем будущем, когда можно будет начать открывать. И губернаторы будут нести ответственность. Если им нужна будет помощь, мы им поможем. Но если мы хотим, чтобы они тестировали, потому что теперь мы предоставили им все возможные механизмы для тестирования, мы делаем. Поэтому губернаторы должны взять на себя руководящую роль, тестировать, потому что люди приезжают из штата в штат. Мы должны всех тестировать. Но рано или поздно этот вирус мы победим, но губернаторы должны защищать свои границы, своих штатов. И в зависимости от того, какая договоренность у них будет с соседним штатом, как-то контролировать границы. Я думаю, что мы скоро объявим дату в ближайшем будущем. Это, наверное, будет раньше, чем те сроки, которые мы обозначили раньше, то есть конец апреля. Потому что многие губернаторы, у них очень хорошая ситуация, они могут раньше открыть. Мы надеемся, что губернаторы справятся с этой задачей. В других штатах губернаторам придется подождать подольше, пока у них не стабилизируется ситуация и пока не станет безопасным. Но мы понимаем, что эти губернаторы находятся в сложной ситуации. Но практически во всех случаях мы видим, что эпидемическая кривая начинает идти вниз, и мы гордимся той работой, которую они проделали. Видите, у нас одна страна, но это как кроссфор. У нас замечательные штаты, но все они в разном положении. Прекрасные губернаторы, которые лучше нас знают, когда открыть штат для нормальной жизни. Мы не хотим оказывать давление. Мы откроемся по частям, по маленьким частям, но это произойдет. Разуверить граждан штатов, которые боятся, что их штат откроют. Как вы можете разуверить тех, кто боится возвращаться на работу? Губернаторы откроют штаты, когда это будет безопасно. Компании могут проводить тестирование на еженедельной основе. И даже каждый день, если они хотят. Проверять температуру, проводить тесты своих сотрудников. И мы говорим это только в течение определенного периода времени. Ведь мы же хотим вернуться на прежние позиции. Мы хотим снова ходить на футбольные матчи. Мы хотим по-прежнему заполнять стадионы людьми. Мы не будем продолжать так бесконечно на 2 метрах друг от друга. Посмотрите, как вы сидите в 2 метрах друг от друга. Мне не нравится это все. Это выглядит очень печально. Никогда раньше такого не видел. Такое социальное дистанцирование – это не для нас. Я не хочу этого. Так что рано или поздно мы откроем страну.